Ребят, ну, во-первых, чтобы не гремел номер, номерная рамка, нам необходимо снять саму номерную рамку. И вот мы поставим сюда вот такую. Четко будет. Во-вторых, у нас очень важная новость, да, Руслан? Да. Руслан Романович. Всем привет. Всем привет. Там кто-то в телеге увидел, говорит, о, Рус в теме. Короче, значит, скоро будем его в видео видеть. Да, Руслан, короче, возродился, Руслан вернулся. И, кстати, он не потерял боевую прыть. Он сегодня за час времени закатал пол в Тигуане. Прям вот так вот. И все. Вот у нас сейчас 4 вечера. У нас сегодня в гостях Kia Optima, в которую мы делаем шумоизоляцию 4 дверей. Делаем шумоизоляцию крышки багажника. Сюда вот ставим стелс, который предварительно заказали в городе Камень-Шахтинский. Сюда мы сейчас пришпандорим шильдик «Автостиль». Колян, а ты здесь не будешь шильдик «Автостиль» шпандорить? Будешь? Система у нас состоит на компонентах Pride, Alphard, Aura, короче, все, что есть на рынке. Проверенные компоненты. Здесь у нас 1,5-киловаттный усилитель Machete Fight 1.1500. Вот здесь вот он, MFA серия. Storm D4.200 от Aura. Это четырехканальный, который питает у нас две пары громких Pride Solo 200. Вот, собственно, конфиг системы. Почему здесь коробка от ежа? Система push-pull, да, хочешь сказать? Нет, это что-то... Я гулял в лесу и нашла ежа, ты хочешь сказать? Или ты убирался в боксе и нашел ежа? Просто не принесли оборудование. Ага, ну она маленькая для оборудования. Вот у меня есть замечательная возможность показать про шумоизоляцию топовыми материалами. Это STP Genius с той стороны, STP Intriga. Здесь на жестко доработанных кольцах установлены 200-е соло на модульной системе. Что такое модульная система? Это все просто. Вышел из строя динамик, сгорел, повредился, проткнули. Выкручиваем 4 винта, вот он модуль. Вот модуль от соло 300. Вот. Понимаете, да, что может произойти с динамиком? Вот примерно вот такая вот штука. Сабы тоже, кстати, модульная. И замена идет полным ходом. То есть это занимает прям ровно несколько минут. И вуаля, новый динамик. Под капотом у нас здесь чисто. Классно прям. Здесь мечта детейлера, да? Такая тряпочка, потом такая. Перчатки. И предохранитель, который защищает силовой провод, собственно, который питает нашу аудиосистему. А наша аудиосистема состоит... Она вот, ну это в наше внутреннее, да, 16 числа согласовано, заказано частично и оплачено частично вот эта аудиосистема с общим бюджетом вот с таким. Почему так дорого? Этого я не могу сказать, этому уточним у ребят, но бюджет самой аудиосистемы без головного устройства, без камеры заднего вида и без дополнительных моментов, оно, конечно, меньше. Владелец озадачился, мы ему скинули ссылку и заказал вот такое головное устройство. Дима, TI-S, да? Люкс One, ребят, из Dacian Complete, другими словами. Посмотрим, это как выглядит головное устройство в работе, как оно покажет себя в деле. Но я думаю, TI-S штука достойная и плохих вещей. Хотя, кстати, когда вышли CC3-2K, там что-то были глюки по ним. Но это у всех так бывает. Так, Дима сейчас коммутирует фальшпанель под полку, да, Дима, или на седуху? На седуху. А что, под полку не стали ставить? Не к чему, да, не к чему. Линейный преобразователь. Почему ставим линейный преобразователь? Еще раз повторюсь, еще раз понатоптанный по рельсам уже, да? У нас у TI-S есть выходы линейные. А, вот, замечательная возможность показать вам лабораторный зарядник, но дело не в этом. Вот у нас у TI-S есть линейные выходы, там, ауксы, да, грубо говоря, тюльпаны. Смотрите, у нас их сколько лежит. Думаете, просто так они здесь лежат? Нет, отнюдь. Вот если мы подключаемся по ним, то при работе аудиосистемы на заведенном двигателе появляются лишние шумы в аудиосистеме. Вот вы мне каждый день пишете, как с этим бороться, как убрать фон. Лет 7 назад я выпустил видео, да, как победить наводки. Потом было 8 волшебных таблеток, хотя, конечно же, шутка. Волшебной таблетки нету, то есть нужно все пробовать. И мы вот наступали на эти грабли, боролись с этими
недугами и пришли к решению, что нужно поставить линейный преобразователь, как будто мы подключаемся к штатной магнитоле. Вот, тем самым, ну пусть у нас пропадет, там, к примеру, регулировка зад-вперед, но удовольствие от прослушивания и от пользования аудиосистемы у вас будет кратно, многократно выше, нежели у вас будет вот это вот писк, виск, щелчки, треск при включении, выключении, хлопки какие-то, ну и вот эти вот все пагубные шумы, которые будут раздражать ваши уши, и вы скажете, нахер мне такая музыка нужна, нахер мне вот это вот все вот. Зато для самоудовлетворения у вас будет подключено по тюльпанчикам, как, к примеру, в случае с нормальной магнитолой, там, JVC, Canon, Sony или Pioneer. Поэтому мы его ставим и, так скажем, какой-то степени решаем такой вот технический вопрос с фоном, с щелчками, с хлопками и вьюгой при работе аудиосистемы. Вот оставьте, пожалуйста, комментарий по этому вопросу, оставьте свое мнение, вот как бы вы хотели, да, вот вы решили поставить аудиосистему. Вот вы бы вот со слюной у рта и вот прям с криками «Ёб твою мать!» говорили бы, да, вот у меня подключено правильно, но, сука, у меня вот в ушах звенит, из динамиков идет писк. Либо же вы сказали, парни, сделайте как положено, не как положено, а как проверено. И хрен с ним вот эту регулировку зад-вперед, я на усилке ее сведу прям за 3 секунды, и не нужна она вам будет. Вот, если нужна будет, я вам скажу, какую крутилку крутануть, и она, ну, убавится, гейн, так скажем, да? Вот оставьте комментарий по этому вопросу, заранее вам благодарен, ну и жду вашей обратной связи. Коля сейчас шуманет номер, давай, Колян, сразу такой номер поставим, и все. Там по платке, по М12 прям махом можно будет долететь. Без всяких «но». Вот. То есть мы сейчас клеим мембрану Noise Block на саму пластину. И проклеивается сама рамка. Еще раз повторюсь, для тех, у кого заказана шумоизоляция полная, либо крышки багажника с дверями, мы вот эту рамку ставим бесплатно. В подарок нашим клиентам. Так она, по-моему, стоит 700 рублей. То есть, когда вы обращаетесь, попросите, напомните, вернее, про эту штуку, и мы вам поставим рамку бонусом. Так вот у нас происходит знакомство и приветствие с новым Тиайсом. Хоба! Здесь, наверное, меняется. Здесь, смотри, квадроцикл. Или что тут? Квадроавтомобиль. Сейчас мы, короче, ребят, разберемся, и я вам покажу, что, как, чего. Господа, представляю вашему вниманию Kia Optima и совершенно новое инновационное головное устройство от Tiais. Здесь очень громко, и я сейчас расскажу вам про эту аудиосистему, которую мы подобрали и установили. Ну а сейчас пришло время послушать аудиосистему за 77 тысяч рублей. Мы с Никитой посчитали, у нас бюджет на оборудование без магнитолы, без шумоизоляции составляет 77 тысяч рублей. Эта система играет очень громко и очень собрано. Кому-то, может быть, покажется мало баса, но это все дело индивидуально. Погнали!
эту стоимость входит и сабвуфер вниз крыла, 7900 рублей стоит. То есть конфиг системы у нас следующий. Соло 200 в передней и задней двери. Сверху подкрепляют твиттеры шелкового типа, которые установлены в уголках. Торпеды, они у нас работают от четырехканального усилителя. И мачете MF1.1500 работает на мачете Fight. И вот такой Lux One установлен. Ребят, и вам спасибо за то, что вы с нами двигаетесь с музыкой. Всем пока!